Проходит отчет на концерт «Шинаная». Заслуженный любительский коллектив Беларуси уже давно соскал славу не только на родине, но и за ее пределами. Подтверждение тому – многочисленные награды с международных вокальных конкурсов. Бессменный руководитель коллектива Алла Ефименко. Вот уже на протяжении 28 лет она возглавляет кузницу талантов. Маленьких детей превращает в больших звезд. Этот отчетник, к слову, отличается от других. Но даже коронавирус не помешал артистам петь. Непривычно. По зрителям. Не полный зал, как обычно, не аншлаг. Но видно, время сейчас такое. И, конечно, чем больше зрителей, тем больше отдача у артистов. Это каждый понимает. Но дети старались, взрослые выложились. Мы старались на полный зал работать. Название программы «Один раз в год». Со сцены Дворца искусств звучат песни о родине, любви, дружбе. Вторая часть шоу посвящена шлягерам 80-х и 90-х. Не пропустил концерт и Виталий Гордей. Русская земля талантами не оскудевает, правильно, что можно так сказать, не беднеет. Вот, поэтому каждый год это для меня праздник. Я приезжаю в Бобруйск и стараюсь именно попасть на тот момент, когда отчетник «Шинаная». В этот вечер поют все – и зрительный зал, и родители воспитанников, и даже директор Дворца искусств. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.